Накануне неизвестные пытались ограбить школу в селе Борец Ширинского района. Ущерб оказался невелик. Добычей воришек стали два фотоаппарата, диски и компьютерные запчасти. Как рассказал директор школы Сергей Залесный, вечером сторож пошла домой поужинать. Живет женщина как раз напротив школы. Через 20 минут из окна она увидела, что во дворе учебного заведения погасли фонари. Сторож немедленно отправилась в школу и в темноте заметила нескольких человек, которые выбегали из здания. Злоумышленники успели взломать в школе 6 дверей, украсть старый фотоаппарат и новый цифровик, а также все диски из школьного архива. Грабители проникли и в кабинет информатики, но почему-то все компьютеры остались на месте. Поиском злоумышленников сейчас занимается полиция.